outside chillin' on. I sweat up on the brow, chillin' with the turtle. I told her what mama don't know, I won't hurt her. But I knew she was bad in the summertime. Yeah, But that's just how it goes. 3 hours by the cold sand, sticking to her by that drop top on the road. Let your hair down long blind, she got them chains on. Tell her when it's long gone. Всем привет! Всем привет! Меня зовут Гамульна Елена. Это чемпионка Северо-Запада по фитнес-бикини, финалистка Олимпии, опять же по фитнес-бикини, финалистка Гран-при фитнес-хаус, чемпионка турнира в городе Киров «Сильные знания», вице-чемпионка Невского кубка и еще чемпионка кучи всего, я устал. Короче, красавица спортсменка команды Genetic Lab Елена Гамульна. Сегодня я покажу вам несколько упражнений из моего арсенала для проработки ягодичных мышц. Если вы хотите увидеть полную тренировку в моем исполнении, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно с удовольствием вам ее покажу. Ну что, пойдем качать булочки. Пойдем. Я хочу вам показать упражнение выпады в диагонали в тренажере Смита. Для того, чтобы мои выпады были более глубокие, я буду использовать скамейку. Мы снимаем штангу. После этого мы делаем постановку ног, с которой будем работать. Ставим ножки в диагональ. Стараюсь распределить всю нагрузку на передние пятки. И выталкиваю пяточкой на лекции. Конечно, стараюсь, чтобы у меня коленка была над пяткой. В этом упражнении у меня растягивает средние и малые ягодичные мышцы, прорабатывается. Это упражнение я буду делать суперсетом. Второе упражнение в этом сете – это отведение ноги с резинкой, с эспандером. I've been living like the summer day, sunny weather never rains. Going out every night, meet another girl, another name. Running my city, they know when it's me. Doing a show, they be. Диагональные выпады в тренажере Смит я выполняю на 10-15 повторений. После этого я добиваю эту же мышцу с помощью эспандера резинки на 15-20 повторений. Чтобы далеко не ходить. Второе упражнение я сделаю в этом же тренажере, оно называется «Жим одной ногой в машине Смита». В связи с анатомической особенностью ягодичной мышцы, ногу мы ставим немножко в диагональ и жмем пяткой. А сейчас мы подошли к тренажеру сгибания ног лежа. Обычно на этом тренажере прорабатывают бицепс бедра, но мы будем его использовать совершенно по другому назначению. Мы будем здесь прокачивать ягодичную мышцу. Ставим ножки пошире и выталкиваем пяточкой. Низко не опускаемся, для того, чтобы у нас не было нагрузки на поясничный отдел. В короткой амплитуде сжимаем ягодицы. Наверх выдыхаем. Ножки у нас стоят довольно-таки широко. Выталкиваю, я еще раз повторюсь, пятками обязательно. На усилие выдыхаем. Это упражнение я могу использовать как основное в своей тренировке. Тогда я поставлю побольше веса и буду делать примерно 10-15 повторений. Также я могу использовать это упражнение как и добивочное.
в конце тренировки, может быть, после какого-то основного упражнения, тогда я сделаю на большее количество повторений, подержу статику и добью мышцу до конца. Сегодня я вам показала несколько упражнений для проработки ягодичных мышц со своего арсенала. Как вы помните, полную тренировку в моем исполнении мы снимем по вашему выбору. Оставляйте свои пожелания в комментариях под видео. За самый интересный комментарий мы подарим вам приз от компании Genetic Club. Это будут вкусовые БЦА. С вами была Гамольная Елена. Пока, до новых встреч! А еще, кстати, у меня сегодня день рождения, поэтому я ем тортик. Болейте за меня на Олимпии через 2 недели в Испании. Вот еще я ем там. Что ты киваешь? Хитрец, ты хочешь меня так заснять? Лайк. Сегодня я вам показала несколько своих упражнений. На-на-на-на-на-на.